фиксация расходов на оплату коммунальных услуг, приобретение продуктов питания на 5,4%. Индексация расходов на проведение работ по благоустройству территории города на 5,4%. Индексация прочих расходов на текущее содержание учреждений бюджетных сфер на 5,4%. В руководстве статьями 9, 11, 15, 184, 184.1 бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 7, 57, 58 устава города Назарова, просим Назаровский городской совет депутатов утвердить бюджет городского округа города Назарова на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы в первом чтении со следующими параметрами. Прогнозируем общий объем доходов бюджета городского округа города Назарова на 2023 год в сумме 1 670 801 800 рублей. На 2024 год в сумме 1 611 117 540 рублей. 2025 год в сумме 1 591 089 110 рублей. Общий объем расходов бюджета городского округа на 2023 год в сумме 1 670 801 800 рублей. На 2024 год в сумме 1 662 114 220 рублей. И на 2025 год в сумме 1 639 774 280 рублей. Дефицит бюджета городского округа города Назарова на 2024 год в сумме 50 996 680 рублей. И дефицит на 2025 год в сумме 48 685 270 рублей. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга с нулевыми значениями на ближайшие 3 года.